Блины от травматологов и хирургов. Областная больница угощает. Зиму в лечебном учреждении решили провести с размахом. Провели конкурс блинов в честь Масленицы. В народе Масленица считается праздником, ведущим за собой весну. В Запорожской областной больнице весну с блинами встречают только второй раз. Однако то, какой популярностью пользуется праздник, указывает, что и не последний. Здесь проводят конкурс блинов, который сопровождается танцами и песнями. В костюмах медперсонал. Пробуют пациенты. Зима пройшла, зима дуже холодна і хочеться чогось теплого, чогось лагідного, світлого. І тому ми вирішили, що таким святом саме є свято Масляної. В каждом отделении на конкурс приготовили минимум десяток видов блинов и их презентацию. Каждая команда должна защитить и представить свой стол. Делают это при помощи танцев и песен. Это конкурс блинов, который предусматривает большое разнообразие блинов и их оформление. Поэтому жюри предстоит непростая задача оценить все это и оформление стола, и музыкальное представление, и выбрать победителей в этом конкурсе. Задача и правда непростая. Двух одинаковых столов нет. Каждая команда отличается и разнообразием меню, и презентацией, и костюмами. Больше всех оригинальностью поразили отделение травматологии, где блины готовили прямо на месте, и отделение гинекологии, которое запомнилось оригинальной подачей блюд и презентацией в гоголевском стиле. Образ взят с фильма «Вечераху на хуторе близ Диканьки». Готовились всем коллективом. У нас 19 наименований, очень богатый стол. Блины со шпинатом, шоколадом, с малиной, с печенкой. Меню составляли всем коллективом, готовили тоже всем коллективом. У нас 15 блюд, там блины с сыром, блины с икрой, кулебяка. Определяться с победителями члены жюри будут до 8 марта.